Добрый день. Пришел частотник для гриндера. Хочу сделать распаковку и подключение. Хочу подключить гриндер сразу к частотнику. Гриндер еще не включал, не проверял. Ждал, когда придет частотник. Сейчас делаем мини-обзор на частотник. Частотник этот очень популярный. Цена средняя. О, здорово. Положили сразу кабель, удлинитель. Удлинитель экрана, чтобы был выносной. Упаковано здорово. Вот такой сделали поролон. В поролоне упаковано. Очень надежно, нигде ничего не ударено. Чуть-чуть коробочка помята, но для такой упаковки, я думаю, ничего серьезного с ним не должно было произойти. Вот. Нравится мне, как упакован. Вот такой частотник. Рекомендовал мастер, который сделал гриндер, сказал, очень хороший, надежный частотник. Бюджетный, не очень дорогой, но качество соответствует даже выше, чем цена. Установлен вот такой радиатор сзади частотника, прям такой хороший. И установлен один вентилятор. И место есть еще для установки второго вентилятора, чтобы сильнее происходило охлаждение. Нет никаких повреждений. Вот такой частотник. Очень хорошо выглядит. За провод, за дополнительный длинный провод выноса. Вот это табло. Оно на коротеньком вот проводочке. И дали сразу провод длинный, чтобы можно было куда-то выносить. Сам частотник желательно, я видел, как делают тканый фильтр, чтобы он не засасывал в себя пыль. На него одевается тканый фильтр, чтобы происходило и охлаждение его, и не забивался металлической пылью, которая идет от гриндера. Так, еще с частотником у нас идет руководство. Руководство у нас на английском языке. Все руководство на английском языке. С английским там я не особенно в дружественных отношениях, но буду просить сына, чтобы перевел те или иные моменты. Ну все, будем подключать. Покажу уже, как подключен частотник к гриндеру. И будем делать первый запуск. Ну все, получилось подключение уже. Вот так происходит подключение. Вот эти два провода. Вот этот провод, это L и N. Это плюс-минус. В розетку надо. А эти провода идут на мотор. Такое же вот обозначение. Вот W, V, U. Есть и на моторе. Вот так это выглядит. Вот такое сделали подключение. Я думал, будет что-то сложно. Все простейшее. Здесь на моторе такие же обозначения букв. Вот видно U. U1. Это куда подходит провод. Перемычки бросаются.
вот так. Сейчас установится крышечка. И сейчас покажу, как работает гриндер. Я его еще, он просто стоит на подставке, на которой я покупал. Я еще буду варить столик специально для него на подшипниках, чтобы он катался. Можно было бы перекатить по двору в разные места. Будет стоять, у нас там есть хозяйственное помещение. Вот такие ключи нужны, чтобы собрать сам столик, на котором надо работать, и все остальные. Вот нужен ключик на 10, на 17, 19 и 22. Ну и вот этим согом поддерживал там проводочки. Отверточка. Все произошло. Подключение. Все очень легко. Уже с лентой стоит. Сейчас будем включать. Покажу, как включается. Нажимается на пуск. И плавно начинает работать. Частота оборотов регулируется вот этим колесиком. Меньше обороты, больше. Это показаны герцы. Крутит до 65 герц. Мотор рассчитан на 60 герц. Вот можно 54, 50 герц работать. Вибраций практически нет. Немного шума от самой ленты. Стакан стоит уверенно. Вот немного вот так чуть-чуть обработали молоток. Мне нравится. Нравится, еще не работал, но пока все нравится. Простейшее подключение, минимальные вибрации. Сделаны предохранители от разрыва ленты, чтобы лента не ударила по человеку, кто будет за ним работать. Все уверенно, все легко, все подогнано очень хорошо. Доволен. Когда сделаю столик, покажу, как будет работать на столике, как будет сделан столик. Спасибо за внимание, подписывайтесь, ставьте лайки.